Чужие украшения как способ решения собственных финансовых проблем. Сотрудники Таировского отделения милиции задержали 25-летнего мужчину, который в лифте ограбил одесситку. Потерпевшая хорошо запомнила приметы преступника и обратилась к правоохранителям. Вскоре злоумышленник был задержан. Увидел девушку, которая идет с золотом. Побежал, взял нож. Угрожая ей ножом, она мне дала все свое золото. После чего я пошел, продал это золото. Был задержан гражданин, уроженец города Николаева, который под угрозой применения ножа в парадной одного из домов по улице Академика Вильямса завладел золотыми украшениями жительницы жилмассива Таирова. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187 части 1 Уголовного кодекса Украины. Как установили правоохранители, добытые украшения мужчина продал за 900 гривен. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет. Если вам что-либо известно о других преступлениях, совершенных этим человеком, либо вы сами стали его жертвой, просьба сообщать по телефону 746-29-07, 47-14-01 или 102.